Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить очень вкусный тортик без выпечки. Торт-суфле с персиками. Суфле получается очень нежным, желе сладким. Кусочки персика дополняют этот легкий летний десерт. Смотрите видео. Видео будет очень полезным для вас. Для торта без выпечки нам понадобятся следующие продукты. 150 грамм сахара, 20 грамм желатина, 1 пакетик желе с ароматом персика, 400 миллилитров воды, 1 пакетик ванильного сахара, 3 столовые ложки сахарной пудры, пол-литра домашних жирных сливок, готовый бисквит диаметром 23 сантиметра и полкилограмма персиков. Сначала мы берем 2 пакетика желатина по 10 грамм. У меня желатин доктор Эдгар очень нравится. Желатин хороший, без всяких привкусов. Заливаем водой холодной кипяченой 100 миллилитров. И хорошо перемешиваем чайной ложкой. В течение 10 минут он уже разбухнет и можно его разогревать будет. Желатин отправляем в стороночку. Теперь персики заливаем кипятком. Нам просто нужно снять кожицу с них. Поэтому сейчас они немножко побудут в кипятке, и потом мы будем их очищать. Теперь с персиков снимаем кожицу. Слили воду, смотрите, как легко она снимается. Буквально одну минутку, две минутки вы в кипятке подержали. И теперь кожица легко снимается с персика. Просто если мы будем взбивать блендером мякоть персика вместе с кожицей, ну, качество вообще нашего десерта ухудшится. Вы же понимаете это. Кожица у персика тугая, и поэтому эти корочки будут слышны в десерте, ну, будет не слишком вкусно, скажем так, скажем правду. Когда вы заливаете персики кипятком, кипяченая вода должна полностью покрывать персик. Персики очистили. 2 персика крупных оставим для украшения торта. И теперь со всех персиков нужно достать косточку. Мы потом будем пюрировать персики, поэтому вот, когда спелые персики, легко косточка достается. Смотрите, дольками получается нарезаются персики. Опля. В кастрюлю налили 400 мл воды, высыпаем 150 грамм сахара и доводим до кипения. В кипящую воду с сахаром бросаем дольки персиков. Они должны у нас прокипеть 5 минут. Теперь берем небольшой сотейник, выкладываем сюда разбухший желатин. И растапливаем желатин на огне. Постоянно при этом помешивая. Он быстро у нас растворится. Желатин доводим до кипения. Желатин ни в коем случае нельзя кипятить. Вот смотрите, желатин полностью растворился. Выключаем огонь. Наши персики прокипели 5 минут. Выключаем огонь. Теперь процеживаем персики сиропом через сито. Этот сироп нам будет еще нужен. С помощью блендера персики пюрируем. Теперь в кухонную машину заливаем жирные домашние сливки.
Если вы будете покупать в магазине, покупайте не менее 33% жирности. 3 столовые ложки сахарной пудры добавили. И 1 пакетик ванильного сахара. Взбиваем. Слегка, чтобы не перевзбить. Достаточно. Сильно не взбиваем. Слишком густые сливки нам не нужны. Вот такой средней густоты, видите? В считанные секунды взбивается крем. Теперь в пюре с персиками мы добавляем растворенный желатин. И хорошо размешиваем ложкой. Отставляем в сторонку. Теперь берем заранее приготовленный мною бисквит. Бисквит я выпекала в форме диаметром 23 сантиметра. Бисквит у меня на 2 яйца. 2 яйца, 60 грамм сахара и 60 грамм муки. Пропитываю сиропом, в котором у меня варились персики. Этот сироп мне нужен будет еще для желе, для верхнего слоя. Поэтому вот с помощью кисточки мы пропитываем корж. В этом рецепте мы ничего не выбрасываем, все используем. Теперь я беру форму, в которой выпекала бисквит. Диаметр формы 23 сантиметра. Выкладываем сюда бисквит наш. Теперь по краю мне нужно уложить бордюрную ленту. Бордюрную ленту уложили. Теперь займемся суфле. К сливочному крему, который мы взбили, добавляем пюре с желатином. Персиковые. И понемножку вот размешиваем. Суфле сначала будет жидкое, ничего страшного, но потом застынет. Сначала главное его хорошо размешать и поставить в холодильник на 10 минут, а потом уже залить бисквитный корж. Через 10 минут достаем наше суфле. Смотрите, вот оно уже подостыло. Уже не такое жидкое, но еще жиденькое. Теперь берем, смотрите, форму, которую мы по краям застелили. И выливаем наше суфле. Суфле на вкус обязательно попробуйте. У меня все идеально по сахару, по кислоте. Теперь, смотрите, немножко встряхиваем форму и отправляем в холодильник до полного застывания. Теперь отмеряем 300 мл персикового сиропа, в котором варились персики. Вот 250. Ой, это много. Так, вот. Ставим на огонь до закипания. Сироп наш закипел. Выключаем огонь и добавляем желе с ароматом персика. У меня здесь 90 грамм. Высыпаем и размешиваем. Помешиваем до полного растворения желатина. И оставляем остывать желе. Оставшиеся персики, которые мы оставили именно для украшения нашего тортика без выпечки, разрезаем на тонкие пластинки. Со свежими персиками суфле получится очень нежным, сочным и по-настоящему летним. Поэтому, кто не хочет возиться с выпечкой, может приготовить тортик без выпечки. Я уже вам говорила, что бисквитный тоненький корж можно заменить любым печеньем. Например, савоярди или песочное печенье взбить блендером вместе со сливочным маслом. Мы уже такой слой делали. Достали наш тортик с холодильника. По кругу выкладываем дольки персиков. Слой, вот как вы видите, уже схватился хорошо. Не боясь, можно выкладывать кусочки персиков. Я буду просто выкладывать по кругу и сверху будем заливать слегка остывшим желе. Желе тоже, которое мы сделали, оно не должно быть горячим, иначе у нас просто начнет таять наш слой суфле. Теперь персики заливаем нашим
желе. Аккуратненько. Тоненькой струйкой покрываем все персики. Вот когда начали немножко всплывать персики, мы больше не добавляем желе. Потом еще раз, когда вот немножко схватится верхний слой, мы добавим второй раз желе. Ну вот и достали мы свой тортик с холодильника. Хочу сразу заметить и сказать вам, я использовала еще одну упаковку персикового желе, так как в моей семье очень любят желе, и я решила им просто угодить. Можно сделать и с одной упаковочкой желе. Это уже просто моя прихоть. Снимаем кольцо. Форма у меня алюминиевая старенькая, поэтому там что-то пристало. Теперь берем бордюрную ленту. И аккуратненько, не спеша, снимаем ее. Смотрите, какая красота. Просто и легко. Вот такой вкусный и легкий тортик без выпечки, торт суфле с персиками, у меня получился. Торт в разрезе, мягкий бисквит, нежное персиковое суфле и ароматное сладкое желе с кусочками свежих персиков. Тортик очень нежный, легкий, неприторный, в меру сладкий, очень ароматный. Приготовьте такой вкусный летний десерт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». Приятного вам аппетита! До новых встреч! Пока-пока!